Ребят, всех приветствую, рад вас видеть на своем канале. Сегодня у нас день 83. По HP у нас осталось 17.55%. Давайте запустимся, посмотрим, какие начисления будут. Погнали. Так, начисления по 0.25 пошли. Сейчас еще протестируем, посмотрим. Может, где-то и хорошо будет. Если совсем плохо будет, то смысла не будет идти. Сейчас глянем, как начислять будет. 0.25 это средний, 8.58 монета. Так, по 0.20 пошли, на паузе отстаю. Так, здесь тоже 8 монет дали. Сейчас, если еще раз так же ударит, здесь по 0.20 даже было. Если еще раз так ударит, то позже пойду. Так, на другую дорожку перешел, по 0.30 пошли. Сейчас посмотрим, продолжится, нет. Так, здесь 10 монеток дали. Также по 0.30 идут начисления. 10 монеток дали. Снова по 0.30 идут. Так, тоже 10 монет здесь дали. Одна энергия, 46 монет. Иду дальше. Так, ребят, прошел 5 энергий. 257 монет забрал. Хороший результат. Средняя 10. Еще будет 15 энергий. По 1.25 идет. Носили 140. 88 монет. И по 0.60 пошло. В общем, два раза ударила по 0.10. Сейчас посмотрим, если еще раз плохо ударит, отключусь, пока не пойду. По 0.10 также бьет. По всем дорожкам прошелся, через паузу бесполезно. Все равно такой прострел какой-то интересный поймал, да? 88 монет, там скорее всего не 1.25 было. Там, наверное, было 2.25. Ну, 1 и 2 энергии, 141 монета, это... Результат, грубо говоря, 3 энергий, по идее. Поэтому хороший прострел поймал. Остальное позже пойду. Так, ребят, прошел 5 энергий, 204.77 монеты. Посмотрим дальше, какие будут начисления. Ребят, прошел десяточку, было 2 прострела по 0.80, сейчас по 0.40 пошло. 453 монеты за 10 энергий. Так, все, ребят. Уже на следующий день идут. Начисления слабые идут. Сейчас посмотрим, сколько за день забрали. Здесь получается за 11.4 энергии 520 монет. Так, за 20 энергий 978 монет. Практически как вчера. Разница там 15 или 16 монет. Средняя получается 9.78. Так, ребят, рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал. Это основной, также к нему есть чат. Много опытных ребят, которые смогут вам подсказать, если есть какие-то вопросы по степану. Также можете ознакомиться с закрепами. Один из закрепов — это у нас долгожданный токен сейл будет 18 числа на CoinList. Подача заявка до 15 мая. Вот здесь вот ответы на квиз. Кому интересно, можете пройти. Также с командой запустили премиум направление. Там несколько направлений. Одно из самых важных на следующий день — это сбор своего криптопортфеля. Все токены разбиты по секторам, сезоны покупок продаж указаны тремя ордерами, все как положено. Также в начале каждого месяца выкладываю свою статистику по портфелю. 1 мая вот выкладывал здесь, собрал его в октябре месяце 2022 года. Каждый месяц можно посмотреть, сколько было плюс или минус по портфелю. Так, давайте посмотрим, сколько это в долларах. 269, Solana 12.99. Такой, ребят, результат, я считаю, хороший. С вас, как всегда, жирный лайк, подписка на канал, ссылки на телеграм-канал в описании. Всем спасибо, всем пока.